Так недавно мужчина помог в раскрытии кражи. Увидев из окна своего дома подозрительный мужской силуэт возле машины, новотрайчанин вызвал полицейских. Как выяснилось, бдительность мужчина проявил не зря. Прохожий пытался вскрыть чужое авто, но скрыться с места преступления не успел. Хочу выразить благодарность всем гражданам, которые неравнодушны, мимо не проходят, значит, проявляют активную гражданскую позицию и сообщают нам. Чем быстрее граждане сообщат в полицию о противоправных действиях, тем быстрее прибудут сотрудники, соответственно, у них будет больше шансов раскрыть преступление по горячим следам.